Одной из задач форума «Сильное, здоровое, чистое» было своими глазами увидеть, как работает система сбора отходов и канализования. Для этого член Общественной палаты Московской области, курирующая экологические вопросы, Елена Гришина отправилась на канализационно-насосные станции, которые в настоящее время проходят процесс модернизации. Вот от этого места протянуто до нашей городской канализационно-насосной станции в 40 тысяч кубометров, которую нам построили мы, куда мы сейчас тоже поедем. Два коллектора, значит, опорных, диаметром 400. Общая протяженность порядка 4 километров 800 метров. Представители региональной общественной палаты рассказали о том, как в дальнейшем будет проходить реконструкция, которая должна завершиться до конца текущего года. Работы немало. На месте шатров в Купеленке появится новая канализационно-насосная станция. Такая же будет построена на месте очистных сооружений на Завидной. КНС-ка будет строиться второй-третий кварталы этого года. Потом в рамках пусконаладки, и я более чем уверен, что до конца этого года мы полностью запустим этот проект. Елена Гришина посетила все главные звенья будущей единой системы канализования, завершив свою экскурсию на центральный городской КНС. Этот объект разительно отличается от предыдущих. Здесь чисто, отсутствуют неприятные запахи, вся работа компьютеризирована. То есть, если вдруг будет сброс какого-то реагента, вы можете просто перекрыть? Да, все, мы можем перекрыть, все отсюда. А вот каким образом? Загорается что-то? Да, сигнализатор, да, загорается. По мнению Елены Гришиной, такие объекты, как канализационно-насосные станции, должны быть в управлении муниципалитета. Проблема с очистными, она существует в Московской области. По программе губернатора сейчас строятся новые объекты. Здесь вот обратил внимание на то, что застройщики поставили ряд объектов, но в данном случае, конечно, это должна быть муниципальная собственность. Заинтересовало гостью Видного и то, как в нашем городе проходит переход на раздельный сбор мусора. Елена Алексеевна отметила, что эта задача непростая, но главное, чтобы каждый осознал необходимость разделять отходы, выделяя те, которым можно подарить вторую жизнь. Все, что должно быть переработано, не должно попадать на полигоны. Соответственно, наши отходы, они должны стать доходами. Доходами не только региона, но доходами жителей. Заместитель главы Ленинского района Александр Усков рассказал, что в муниципалитете ведется большая разъяснительная работа среди населения, и первые положительные результаты видны. А также становится понятным, какие моменты требуют корректировки. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.